Вечерний киноклуб – это место, которое собирает истинных любителей кино в студии и у экранов телевизоров. Это кинопремьеры и культовые картины, лауреаты международных премий и выдающийся актерский состав, яркие режиссерские работы и нетривиальные сюжеты, взгляд киноэкспертов и мнение профессионалов. Сегодня будем вместе смотреть кино. Комедийная драма «Зеленая книга». Смотрите в воскресенье на «Беларусь-4» Витебск и онлайн на vtv.by.